К другим темам, программа переселения из аварийного жилья в Поморье идет с опережением. Об этом заявили в правительстве региона. В этом году в области возведут 15 многоквартирных домов в Архангельске, Котласе, Северодвинске, а также в 6 муниципальных районах. В 2021 еще 17 новостроек. Законтрактовано уже муниципальными образованиями и ГУКС 22 тысячи квадратных метров. По остальным домам завершаются мероприятия по получению положительного заключения технологического ценового аудита. 15 апреля, значит, принять все меры, чтобы получить совместно с муниципальным образованием, должен был закончить контрактную кампанию. Всего в рамках программы, рассчитанной до 2025 года, благоустроенные квартиры получат более 27 тысяч жителей региона.